В американском Детройте открылся ежегодный североамериканский международный автосалон. В течение недели он будет открыт для представителей прессы, а 17 января его смогут посетить все желающие. По данным организаторов, на автосалоне представят около 40 новых моделей машин ведущих мировых производителей. Эксперты считают, что в этом году в Америке вырастет спрос на внедорожники. Людям в них комфортно. Эти машины кажутся им более практичными, полезными, и если потребители смогут позволить себе что-то более крупное и просторное, то они это купят. С падением цены на нефть они автоматически вернутся к привычным моделям. Так что если стоимость топлива не будет расти, грузовики и внедорожники будут иметь большой потенциал в ближайшие 2 года.